это очень многое запомнилось, и рождение альбома второго, и презентация его на крыше, и благодаря ему же и идея тура, который в итоге реализовался, и 19 городов были посещены, скажем так, с программой «Монатик звучит», с живыми музыкантами, с расширением коллектива, с премией M1 Music Awards. Не нужно ждать Нового года, чтобы что-то загадать или захотеть. Мне кажется, нужно каждый день загадывать желания, лучше всего перед сном, продумывать и превращать их в цели. Уважаемая Украина, дамы и господа, я вас поздравляю с Новым годом, 2017. Я искренне желаю, чтобы он был куда ярче, чем 2016, 2015, 2014, чтобы наконец-то над нами уже закружил этот мир, по которому мы так все с вами соскучились и устали от всех событий, которые происходят вокруг нас. Объединяйтесь, поселяйте мир в голову, любите друг друга и сияйте ярко.